В нашем городе открылась масштабная выставка «Форум образования Югры». Участие в ней принимают 18 муниципальных образований со всего региона. Выставка проходит в шестой раз. В этом году ее тема – инновационное техническое образование от школы к производству. В рамках форума пройдут мастер-классы, круглые столы, открытые лекции, научно-практические конференции. Одна из целей образования Югры – популяризация инженерных и технических профессий среди молодежи. В частности, в сегодняшней необходимости им импортозамещения и развития высоких технологий в нефтедобыче. Мы должны ответить для себя на вопросы, отвечает ли сегодня система дополнительного образования тем экономическим и научно-техническим вызовам, которые переживает страна, отвечает ли сегодня качество специалистов, работающих в системе образования, этим же самым вызовам и какая поддержка и профессиональное сопровождение нужно нашим педагогам. На выставку «Муниципальное образование Югры» привезли изобретения юных техников из своих местных инженерных школ. Например, шестиклассник Вадим Копытов из Лангепаса за месяц собрал уникального робота, которому еще нет аналогов. Даже инструкцию по сборке изобретения мальчик составил сам. Он применяется просто как бы в неурочное время, как игрушка, а на уроках он может, вот допустим, физика, информатика, там программирование, как все это происходит, как все это делается.